Как хорошо, что есть общение через молитвы со Христом, когда в тиши уединении склоняюсь ниц перед Творцом. Я открываю свою душу и с трепетом Ему молюсь, где волю я Его нарушил, и оттого душой томлюсь. Я удручаюсь, согрешая, порой и сил бороться нет. Одно твержу и умоляю: прости и выведи на свет. И внемлет Он моей молитве и облегчение дает. Дверь ко Христу всегда открыта, и Он молитвы наши ждет. Здесь без Христа жить невозможно, людей враг направляет в ад, и только Господу возможно просить, спасти, кто виноват. Христос во все сердца стучится, во мраке изливая свет, и кто с молитвой обратится, Он непременно даст ответ. Как хорошо, что есть ходатай для всех людей на небесах, и на земле Он с нами рядом, особенно кто здесь в скорбях. Как хорошо, что есть общение через молитвы со Христом, когда в тиши, в уединении склоняюсь ниц перед Творцом, склоняюсь ниц перед Творцом.